Я не знаю, что получится. Давай температуру померим. Не надо. Давай померим. Мерить. Сюда. Нет, подожди, я должен убедиться, что температура соответствует. Ты мне постоянно только мешаешь. 100. Это будет овсяные печенье. Ну, тут надо прижимать нормально. Тут фигня получится, конечно. Показывай, что получилось. Прошло, наверное, 6 минут, а может 5. 6 минут? Алина, иди сюда. Иди бегом. Бегом, бегом, смотри. Ух ты. Ох, нифига себе, а что так мало? А честно, все. Ох, нифига себе. И так побьете все там на свете. Я не знаю, что это. Они какие-то не хрустящие. Они просто мягкие. Хрустящие, сейчас я попробую. Ну что? Сейчас. Че ты? Она пропеклась? Или нет? Нет, подостынет, а еще будет классное печенье. Да? Угу. Надо, значит, рецепт записать, повесить. Надо сейчас пора спробовать, а потом ее записать. Они... Да, они это, они не помпончики, они такие печенья. Ой, блин, извини, я записал, как ты ругаешься матом. Хорошо, что через толстый холод. Кусочек говно. Сидит такой. Иди еще раз пойди. Ага, сам ходи. Иди сюда, Зима. Иди сюда. Иди сюда. Ты мой хороший кот. Ты мой хороший кот. Иди кусай. Иди лови, давай. Давай, иди кусай. Иди. Че ты на меня кота отправляешь? У него бешенство. Бешенство всего кота. Бешенство всего кота. Такого наглого. Я тебя накормила с утра, накормила, я с тобой поиграла, я тебе вечером спать уложила, мышечку твою нашла, отдала, принесла, а ты меня за ногу укусил. Это несправедливо. Вот на столе ты у меня еще не сидел. Надо тебе сделать большой подоконничек, чтобы ты мог сидеть там, любоваться. Список дел. То, что сделано, он в самом верху зелененькое висит. Миша, мне кажется, сейчас сожрет. Изюм, больно. Изюм, ты что кусаешься-то? Дракон. Наверное, драконишь его, блин, наверное. Нет, она просто дала ему руку, он полизал, как мою. Мою полизал, и все. А ее стал кусать. А в мою он только трется. А в мою он гладится. Изюм, давай. Греби! Да, Арина уже на финише. Там же тебе приехали, да? Давай, 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 давай. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Тонкий вкус. Вот всего цыпленка оставить одну ножку и одно крылышко. И вчера одна ножка и одно крылышко. И за ночь не съем. Я тебя сейчас их соберу все вместе. И тебе вообще жрать не дам, пока ты не сожрешь эти крылышки и ножки. Ты понял? Франкенштёнка. Да отстань от меня, дай тебе спать-то, ё-моё. Нет, 12 дня. А, ноги мокрые. Фу, телефон намочишь. Да, отстань. Отстань. Ну ты не даешь ноги. Ё-моё, экран. Ваня пришло. Все, уйди. Кровать мокрая будет, иди, все.
Да все мокрое уже, да ё-моё, блин. Везде мокрое, кровать, не ложись туда. Я на твою сюда. Не ложись туда, я комок. Твою, что? Господи, как хорошо. Бодрит, правда? Все, идти. Для полноты вкуса. Для полноты вкуса. Сюда надо добавить чесночочка. О, какой будет вкусный холодец. Надо притопить немножко. Ты сначала рассыпь. Ой, красота. Интересно, в Америке едят холодец или нет? Может, кто расскажет, в каких еще странах едят холодцы? Заливное из мяса. Заливное из мяса? Я думаю, это холодец. Ой, красота. Ладно, топим. Что? Как думаешь, штука для дундитного? Зюм-зюм, на! Нажимай лапку. Нажимай. Молодец! Надо хотя бы не нажимать, а просто кусаться. А если бы мордой ткнуть, он обидится? Если я возьму носом нажму. Давай, Тим, давай. Молодец! А если сюда положить эту фигню? Да, он ее сожрет. Что ты делаешь-то? Видишь, понял? Надо второй звонок вешать ниже, на уровне кота. Да не хочу, если бы он научился, купили бы вот эти штучки, продаются запасные. Да, ну да, кстати. Молодец. О, почти. Только надо, я говорю, надо сенсорную кнопку делать ему. Внизу ставить, чтобы он лапкой касался и все, или носом тыкался. Давай. Уж у тебя руки пахнут вкусняшкой. Слушай, так натрессируем кота, он домой будет приходить и уходить. Может, ключи ему еще дадим? Слушай, прошло 36 часов. Я сижу на этом же месте. И кот еще не мой. Ё-моё, ты не спустя. Мы уже так спилим. Я так не спилил, там наложено было. А потому что одной левой сделала. Какой у вас маникюр модный. Это называется большая тестикула. Тестикула.